Участки по Нефтяников, Узбалыкской, Парковой, Сургутской и еще четырем улицам города запланировал с начала года отремонтировать муниципалитет. Проверить качество уже сделанного выехал сегодня глава города вместе со специалистами департамента ЖКХ. На сегодняшний день 6 участков уже на итоговой стадии завершения. Один участок, работы ведутся, после чего будет следующий участок под ремонт. Улица Гагарина была отремонтирована полностью. Раньше прямо на проезжей части находились ливневые колодцы. Сейчас они закатаны асфальтом. Вместо них появятся специальные решетки по ГОСТу. Водителям мешать уже не будут. Кстати, в это время коммунальщики проводят обследование всей ливневой канализации города. Когда проводилась проверка, вода туда не уходила. Их пробивать, они все запесочены, заилены. И поэтому сейчас вот и принято главой решение кардинально, а именно непосредственно провести ревизию всей ливневой канализации города Нефтеюганска. Чтобы окончательно сдать данные объекты, необходимо завершить разметку дороги, сделать бордюрный камень и заасфальтировать участки перед остановочными комплексами. В целом качество асфальтирования очень хорошее. Мы впервые в этом году не делали в большом объеме ямочного ремонта, а постарались именно уйти в ремонт полностью дорожного покрытия, потому что это и более эффективно, и более, так скажем, удобно для наших жителей. Как заявляют коммунальщики, все запланированные на этот сезон дорожные работы подрядчики должны будут завершить к концу сентября. К этому же сроку они обязаны устранить выявленные сегодня недочеты. Виктория Дрягина, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».